Российские шахматисты с победой вернулись в Москву из Китая, где впервые прошли командные соревнования стран Шанхайской организации сотрудничества. За два дня было сыграно 9 туров по круговой системе. После первого нашими главными конкурентами стали команды хозяев турнира. Китай заявил сразу 3 коллектива. Также участвовали сборные Ирана, Киргизии, Монголии и Непала. В заключительный день Россия выиграла все 4 матча и 17 баллами заняла первое место. Стоит отметить, что на соревнованиях наша сборная выступала с национальной символикой. Судя, конечно, по результату все получилось. Мы, конечно, довольны. Турнир сложился достаточно остро. То есть был у нас сильный очень конкурент сборная Китая, она выставила достаточно сильный состав. У них играл на первой доске, наверное, второй шахматист Китая. И очень сильная была шахматистка на женской доске, чемпионка мира по быстрым шахматам Тан Занги. Поэтому конкуренция обещала быть сложной. В первый день они нас немного опережали по дополнительным очкам. То есть они более крупно выигрывали свои матчи. Ну а во второй день нам удалось немного их нагнать. И уже перед последним туром ситуация была абсолютно равна и по количеству матчевых очков, и по личным очков. И здесь, конечно, команда Китая, мне показалось, дрогнула, не выдержала напряжения. Они свели свой последний матч в ничью. Мы же одержали победу.